Как мне попасть в рай? На самом деле, конечно, нужно постараться, чтобы туда не попасть. То есть для того, чтобы туда не попасть, это нужно постараться на самом деле. На свою голову наискать себе там приключений, нагрешить не знаю сколько, вообще натворить бед и так далее. И при всем при том еще и милость Божья будет ждать, прям ждать. Просто вот ты хотя бы скажи, прощение какое-то попроси, хотя бы как-то там покаясь, и все проститься. То есть это нужно еще постараться, чтобы туда не попасть. На самом деле Господь как бы всем открывает двери, всем абсолютно. Самое главное, это Бога надо любить. Это самое главное. Бога любить и ближнего любить. А больше ничего не требуется. Остальное это уже детали. Потому что если есть настоящая любовь, то будет и молитва. Если к Богу, Богу любовь есть, то будет и молитва. То будет и богослужение какое-то посетить человек. Потому что с Богом общается, и дома это хорошо. Но и в храме со всеми вместе помолиться, это еще лучше. Вот. И также и по отношению к ближнему. Главное любить. Любить людей. Тогда не будет и греха никакого.